открываем машину. И куда мы приехали? В Глобус. Как вы думаете, зачем? Никогда не угадаете. За семечками. Мы в прошлый раз от Мартина покупали вот это супер премиум в белом пакете. Нам они так понравились, что мы сейчас возьмем несколько пачек и заодно маме купим. Тут ты же не хочешь каких-нибудь овощей? Нет. Нектаринки плохие будут, да? Да, скорее всего, да. Я так хочу летних фруктов. Не вот эти бананы и яблоки. Нет, я, конечно, люблю и бананы, и яблоки. Я ничего против них не имею. Но так хочется летнего всего. Черешню я хочу, арбуз хочу, нектаринки хочу. Я хочу малину и клубнику. Вот такую, которая и прям очень-очень вкусная. Малину, да? Землянику, клубнику обожаю. Слушай, мне кажется, они где-то здесь. Да, они где-то здесь. Вот они. Вообще офигенные. Я хотел мамке пачек 5 взять. Смотри, еще есть какие-то особенные. Никогда бы не подумал, что белые вообще... Есть. Не, белые я не хочу. Никогда бы не подумал, что приду в магазин и буду семечки убирать с таким удовольствием. Да. Потому что вот эти прям огонь. И есть какие-то, смотри, особенные. Так они без соли. А, это просто? Да. Ой, не, нафиг. Ну, давай, берем тогда. Сколько маме пачек? Просто сейчас... Маме 5? 5 пачек семечек на 1000 рублей. Так странно звучит. Жесть. Ну, себе пачку, потом купим, да? Это жизнь. 1200 на семечки. Да, что за фигня? Куда? Нам кефир надо. Мы пришли в Глобус, в магазин, ночью. Здесь просто днем такого нет, а ночью, когда приходишь, здесь все работники раскладывают товар. Да, тот самый процесс такой активный. Здесь очень мало именно покупателей, а вот этих работников очень много. Они тут выползают с тележками. Их больше даже, чем людей, которые между рядами ходят. Да, с тележками раскладывают товар. Что-то тут жесть какая-то, да? Смотри, конфеты разбросаны. Вот тут валяются. Смотри. Ладно, пойдем, кажется, мне сейчас это примет. Глянь. По-моему, у них тут корпоратив, да, нет? Хочу обнимашек, ну, возможно, да. И целовашек. Целовашек, да. Ну, там не оглох вообще. Они на тебя смотрят. Они засмотрели на тебя оба. Давай я покажу только с обратной стороны, чтобы мой возраст не видели. А что показать? С этой стороны, да, там же не написано. Стой, давай курикану. Обратный, да. В общем, взяли... Ты показываешь, что, скажи. Взяли, я просто не это... Два шарика с циферками. Возраст мой. День рождения, потому что... Стесняешься, да? Да ничего я не стесняюсь. Да там уже все узнали, сколько мне лет. Не знаю, правда, как, но как-то узнали. Вычислили по Инстаграму, по тому, когда я закончила школу, когда я не говори об этом слух. Ну, блин, что, бывает. Я снимала все это время? Да, я снимала. Прикинь, вот самая жесткая ситуация, это когда ты болтаешь 20 минут на камеру, понимаешь, что она все это время была выключена. Ну, сейчас такую погоду на улице 20 минут не поснимаешь. Но все равно. Даже если захочешь. На машине. Слушай, а ты помнишь, мы с тобой что-то пытались снять, и она не включена была? Да, было такое. Ну, там было пару минут, не так обидно. Насчет моего возраста ставишь это влог. Я, правда, не знаю, что говорить. Я вроде все сказала. Я не стыжусь того, что у меня такой возраст. И наоборот, прекрасно. Типа, я бы себе не прибавила несколько лет только для того, чтобы с тобой встречаться. Ну, нафиг. Мне нравится, что я молодая. Я тоже молодой, хотя мне все время старпер говорят. Да, в каком месте он старпер, я не понимаю. Ну ладно. А что еще хотела сказать? А, про образование. Андрюш, давай ты скажешь. А что говорить? В общем, я студентка, я реально поступила на бюджет, на заочку. Такое бывает. Многие не знают. Сама была в шоке. Вот. Я подала и на заочку, и на платку. Ой, на заочку, и на платку. Господи, что у меня с головой сейчас? И на бюджет, и на платное обучение, но на заочку только. Потому что я хотела и работать, я переехала в Сочи. В общем, я поступила на бюджет и сейчас на первом курсе. И, скорее всего, я начну обучение с следующего года, буду брать академ. Потому что в этом году по семейным обстоятельствам немножечко не получилось. Все, я сказала. Все.
Но слишком много вопросов про мое образование. Не понимаю, почему людей это так волнует. Сходишь туда и обратно. Что, какая разница? Сделала. Туда и обратно. Ничего страшного. Скажи, что ты... Ну, блин. Утром. Сделала кашу. Поел. Засранец. Да. Вкусно было? Да. Ну, просто чуть-чуть там столько и было практически. Да ладно, чуть-чуть не доел. Ну, даже вон, видно, сколько их было. Это нормально. Я просто размазала по стенам. Мне всегда мама так говорила, когда я пыталась доказать, что мама, смотри, сколько супа было изначально. Говорит, по стенкам размазывала. У нас тут дома сонное царство. Сейчас я вам покажу, сколько время, на всякий случай. 13:39. Так я уже вставала, кушать приготовила. И снова спать. Нам в Брянск ехать. Я еще подумал, знаешь что? Вот этот влог я просто отдельно сделаю, а поездку в Брянск еще запишу. Ну, лучше коротенький сделаю, потому что не всегда получается на полчасика делать. Почему ты не можешь встать? Я как овощ. Вообще, согласен. Потом мы слишком поздно легли. Почему? Мы нормально легли. Всего лишь в 3. В 2? Не в 2. Хорошо, в 2:15. Нет, почти. 5:10, 5:15. Почти 3 было. Думаешь? Знаешь. А мне казалось, что было 2:15. По крайней мере, когда я телефон вот на зарядочку ставил, так и было. Ладно, покажу вам всякие покупочки. Катя же собирается заниматься видосами. Взял ее такой SSD-шник Kingston на 500 гигов. Он 2000 мегабайт в секунду на чтение и запись. Дорогущий, зараза, 21 тысячу рублей. Но вы сами знаете, как цены подросли, поэтому тут без вариантов. Выбирать не из чего. Все думал терабайт взять, но там цена вообще космос. Я думаю, тебе хватит. А к чему я начал вообще про SSD-шник говорить? Сейчас я снимаю на экшн-камеру, и вот эту свою здоровенную камеру, Соньку А73, хочу дать Кате, потому что она хочет заниматься проектами. То есть снимать красивые видосы, пробовать и монтировать, все это делать по красоте. Что ей достанется в итоге? Про вот этот влоговый объектив я ничего говорить не буду, потому что он вообще не full frame, а кропнутый 10-18. Все основные влоги снимал я на него. Кате достанется 28-75 Tamron, он отличный, full frame, f2.8 и широкий 17-28. Тоже Tamron, он f2.8. Светлые стекла, хорошие, с классным фокусом, поэтому ей будет вообще супер и отлично. Я даже не знаю, ребят, сколько эта камера будет стоить в ближайшее время, учитывая, что тушка до вот этого всего конфликта стоила 350 тысяч рублей. Ну, вообще жопа. И про батарейку я в том числе рассказывал. Она уже, ну вот, оригинальная на эту камеру, в районе 12 тысяч рублей стоит. И в целом хочу сказать, что сейчас многие запасаются гречкой, там, макаронами, сахаром, а у нас, видите, стратегический запас бумажных полотенец и туалетной бумаги. Так, еще у нас тут появился такой запас. О, порошок на 100 стирок, здоровенный. Представляете, пачка стоит 3,5 тысячи рублей, 6,5 килограмм. Жесть вообще. И у нас очень-очень много мыла, жидкого и кускового. Но сахар и гречку, вот это все мы не покупали. Я не вижу смысла. И на самом деле грустно осознавать, что приходишь в магазин и нет сахара. Сейчас все чаще и чаще трубят об этой проблеме. Что-то хочешь добавить? Я бы тебя немножко потормошил, но ты же в трусиках. На, надевай шорты. Хоп! Тебе сообщение пришло. Сообщение пришло. Мне? Да. Твой телефон. Все надела? Нет, еще. Убираю тогда компуктер. Ой, красотка моя. Наконец-то. Давай, вставай. Нам еще собрать с тобой надо чемоданы. Ну, чемоданы, в смысле, рюкзаки и все. Можно, в принципе, будет. А работа? После 5. После 6 где-то поедем. У меня вся встреча закончится, а потом я, видимо, может, в выходные даже буду сидеть. Сейчас тебе классный коммент расскажу. Иди садись. Иди. Я смотри. Ну, сейчас соберем. Все меняется в жизни. Новая девушка, да, новая машина. Но неизменно, знаешь, что стоит? Я знаю, белая точка на стене. Я уже
года полтора. Не могу до неё добраться. Месячники уходят. Ой. Я не буду это трогать. Я что-то натворила. Ладно, сейчас разберемся. Блин, я тоже левша, но как ты левой рукой сидишь, я не понимаю. Я тоже левша. Ну, ты просто не православная левша, а я полностью левша. Ну, я и на гитаре играю как правша, а не как левша. Включи браузер Chrome. Это? Да. О, я молодец. Смотри, я начал снимать, и подписчики... Увидели меня? Да, увидели тебя, и сразу хоп, и вниз. То есть, если бы я не снимал, подписчики бы не угасали. Да. А так... Видишь, все вниз идет. Я сначала думал этот видос сделать длиннющим, то есть записать всю дорогу в Брянск и прочее-прочее, но в итоге решил, вот этот будет короткий, все остальное мы в дороге уже будем новым записывать. Сейчас уже будем собираться, традиционно еду со своим рюкзаком, вот этим найковским, который купил уже 2 года назад, он вообще отличный, 36 литров, если не ошибаюсь, туда прям все помещается. Берем с собой шмотки, камеру, ну, там, всякие девайсы, это как бы ерунда, не сильно интересно. Компьютеры, Катя там уже вещи раскладывает. Сейчас покажу, сколько у меня суммарно будет. Ну, то есть, немного я беру, хоть и мы туда... Сколько у нас по времени получается? Ну, около 2 недель. Побольше маек, 3 штанов. Знаешь, что еще надо? Трусы, носки все взять и, в принципе... Я только вот сейчас вижу эту горку, начинаю сомневаться, влезет ли все. Но ты толстовку на себя накинешь, а это все, да, влезет, если нужно. Одной рубашки мне хватит, как считаешь? А почему ты берешь 2 серых? Ты в одних едешь, давай возьмешь бежевые. А я думал, они у меня грязные. Это нет, мои? Это же со стирки. Да, это твои. Ну давай, давай, я не против. А те тогда давай, да. Ну просто тоже возьму, тогда поеду в серых, возьму бежевые. Угу. Ну я прям в эти поеду. Из обуви я тогда, знаешь, что беру? Наверное, поеду в скетчерсах, они очень мягкие. Кстати, не говорил о них. Они дешевские, покупал еще за 3500 рублей. Мне нравится то, что это прям сетка-сетка. Рулить офигенно, они прям мягенькие такие. Ну, не знаю, насчет крепости. Ни разу у меня скетчерсов не было, и с собой белый кросс еще возьму. Честно не скажу, что я заплаканная, но объясни, что мне эта штучка по голове ударила. Всякие женские штучки. Да ладно, какая разница, эмоции есть эмоции. Ну так все будут думать, чего я заплаканная. Просто я тебя бил. Ну лучше наоборот не говорить причину. Будут говорить, что все, Андрей начал тиранить. Да зачем, я и так комментарии эти дурацкие читаю. Но некоторые не дурацкие. Не, многие хорошие, но некоторые дурацкие. А, я вам еще приколюху хотел показать. Я не знаю, откуда это Катя взяла. Ну, это как... Говорила, откуда ты взяла? Ну, я уже забыл. Ну, в общем, ну, эти штуки для выращивания. То есть, открываешь вот эту коробочку, поливаешь. Это мамы твои. Да, и что тут у нас? Мама любит выращивать. Базилик. Если бы я вам показал, что у мамы там на квартире происходит. Мелисса нет, а тут только базилик. Одна баночка мелиссы у меня есть, остальное базилик. Но он прямо его есть можно, правильно? Или он просто декоративный? Не знаю, вот мелисса еще есть. Ну дай мамке мелиссу, да? Меньше базилика. Короче, не сказал, не показал, хотя мы в гости ездили к маман. У нее там сейчас растения, ё-моё, 100 штук, наверное. Говорит, просто посадила, не думала, что что-то вырастет, но в итоге, говорит, как все поперло, и мне, говорит, жалко. Слышишь, а я сейчас этот телеграм-канал скину, я же снимала, и этот видос туда скину. Точно. Угу. Там офигеть, да. Реально. И я просто зашел, думаю, опять рассадник. Я просто в прошлом году говорил маме, ну куда тебе столько растений? Она говорит, да, да, больше не буду. В итоге получается, что в этом году снова здорово. Еще нам надо будет 2 пакета мусорных выкинуть. Там еще какие-то вещи, не вещи, а продукты лежат, которые обязательно надо утилизировать. Йогурты, там фигогурты, они столько не вытянут. Хотя... А мне взять вот этот платьишко? Там я не знаю. Было. Возьми вот то, которое мы купили. Вот это. Почему его? Не знаю, мне так понравилось на оно тебе. Оно-то классное просто. Летнее сильно? Да. А это не летнее разве? Нет. Они даже по толщине будут одинаковые. Ну, вот это с курткой вряд ли я одену. Ну, бери. Бери. Потому что я же не взяла Сочи. Подожди, а это прям типа камешки или железки? Я же из Сочи не брала ни пальто, ничего. У меня только куртка эта толстая. Но она нормально будет с этим платьем? Нормально.
Что-то не так? Ну, может быть, я на день рождения просто дома в нем буду, а потом в фабрику поедем в джинсах или в кожных штанах. Ну, я поеду. Угу. Переоденусь. Поэтому дома в нем. Нет? Давай, бери. Ну, просто это реально такое более летнее. Знаешь, что еще важно? Что? Когда мы ноуты возьмем, зарядку не забыть. Чтобы потом не страдать, что у нас одна с тобой на двоих. Ну, классно. Ну, слушай, я на самом деле вот из тех ребят, которые любят, чтобы надо надеть, и тогда я скажу, классно или нет. А так я не понимаю. А мне еще туда черная рубашка нужна, потому что я сверху эту рубашку повязываю. Черт. Я вот только не понимаю, куда это все полезет. Ты с каким? Вот с этим квадратным? Ну, его. Мне кажется, он больше. Потому что я. А, я смотри, чем я. Класс. А, у нас все торт будет? Даже если нет, я в руках подержу. Ну, я думаю, будет. Не, давай с этим. Он больше точно, чем лакост. Я по-любому беру этот, но я же буду там ездить девчонок снимать. Мне нужен серый, я буду серым ездить. Туда камера. Тогда два. Колонка нужна. Точно. Возьми еще бритву мою. Это прям точно надо. Причем надо самое главное, чтобы вот эту зарядку для нее точно. Иначе вся это. Запихни там. И. Не, это ладно, это все ерунда. А, у меня еще черные майки есть, но они не высохли, да? Высохли. Возьми мне еще одну черную. Какую? Ну, любую, они все одинаковые, по-моему, косовские, если не ошибаюсь. Вроде бы. Да, вот это косовская точно, а вот это, по-моему, гэп. Не знаю, вот эту точно просто возьми, если она сухая. Все, в общем, у нас сейчас приготовление. Я взяла щетку. Какую? Да, но я от нее заряд не могу найти. Если она сядет... Ну, у них там будет дома такая зарядка? Не факт. Это мини-USB. Она заряжена, нам ее хватит на 2 недели. Точно? Могу взять вот эту станцию, которая у меня здесь стоит. Давай станцию лучше. Лучше станцию. А, ну, тут просто многие-то и не понимают. У нас электрощетка, она вот такого формата, да, вот из обычной розетки питается, сюда вставляются... Сами щеточки. Ну, пойдем, я покажу, там она, да, есть. Да, и 220. И есть портативная. Вот такая штука. Она гораздо компактнее, удобнее в поездке. Но тут, к сожалению, провод такой непопулярный, мини-USB. Я что-то не знаю, где он. Они вот сюда вставляются. Сейчас покажу. Там еще какая-то функция. Да, здесь лампочка ультрафиолетовая. Ультрафиолетовая, типа обеззараживает. Да. Блин, где же? Может, а может быть, я в Сочи, конечно, оставил. Мог. Ну, возьму так. Да, тогда бери целиком. Все, закругляемся. Еще раз повторюсь, то, что у нас последнее приготовление. Мы еще полчасика где-то проводим дома. И уже следующий влог будем из машины снимать, как едем в Брянск. Уж не знаю, что там с дороги получится. Но если что-то интересное будет, тогда буду записывать. Ну и традиционно еще раз скажу, что обязательно подписывайтесь в телеграм-канал, дзен-канал. Эти ссылки все в описании к видосу. И сами знаете, вот эти все новости, то, что YouTube могут заблокировать, они уже маячат прямо изо дня в день. Поэтому не теряйте и переходите, подписывайтесь просто как резерв. И на всякий случай скажу, в телеграм-канале я выкладываю целиком видосы и всякие приколюхи, которые не появляются на ютубе. Все. Обнял, поцеловал.